А власне хочу розпочати з напрямку Луганського. Так видається, що зараз там відбуваються певні події. Безумовно, український генштаб звітує і розповідає про те, що на різних напрямках. Але як ви бачите ситуацію, зокрема по Кремінній? Наскільки це перспективний для нас зараз напрямок? І власне, яка часова перспектива там може бути для того, аби ми деокупували цей важливий населений пункт? Весь участок Сватово-Кременная, он в самом деле перспективный. Более того, у нас есть, к сожалению, но, к сожалению, для наблюдающих со стороны нет полной информации о происходящем. Тем не менее, обрывки, слухи, всякие телеграм-каналы, видео с мест дают основания. Я всегда предпочитаю осторожный подход. Пока у меня нету явных таких вот сведений перед собой, есть основания считать, что украинская армия имеет успехи, последовательные успехи в последние дни. Судя по всему, происходит такое вот ползучее наступление с целью взять, я осторожно подчеркиваю, судя по признакам, взять противника в оперативное окружение. То есть, что это означает с военной точки зрения? Отрезать ему пути сообщения, пути снабжения, переброски подкреплений. Что, в свою очередь, должно заставить россиян задуматься, а стоит ли нам умирать в таком оперативном окружении или же все же отступить. Вот это именно тот процесс, который идет в районе Кременной, видимо, и Сватово тоже. Есть сведения об освобождении неофициальных отдельных населенных пунктов. В случае завершения успешного завершения этой операции, тем более если оба города будут заняты, это открывает определенные перспективы для дополнительного развития наступления. Как было сказано, в районе Кременной, далее это Северодонецк или Лисичанск, угроза этим населенным пунктам. Однако надо не забывать, что Россия, скорее всего, здесь у меня опять-таки нету сведений, но я предположу, подготовила дополнительные рубежи обороны. Поэтому считать, что если взята Кременная, то посыпется оборона россиян на серьезную глубину, ну, по крайней мере, это преждевременно, пока это не произошло. И я бы очень удивился, если окажется, что они не готовы обороняться на более глубоких рубежах внутри, то есть что у них вот там в самом деле может возникнуть такая явная брешь. Но поживем, увидим. Ну тут, пане Давиде, бачите, враховуючи те, що і правда, тут дуже важлива логістика в цьому населеному пункті, зокрема для них, чи можна допустити і той варіант, що вони кинуть туди більше резервів, більше живої сили і навпаки будуть укріплювати там свою оборону, тому що, ну, я так розумію, у нас там є два варіанти розвитку подій, або крокувати, до прикладу, на Старобільськ, бо це головний такий логістичний центр області, або допомогти Бахмуту і зайти з іншої типу сторони. Ну, як вам видає, якою тут може бути тактика і сценарій росіян, враховуючи, що ми вже бачили, як вони діють на інших частинах і на інших напрямках? О, тут треба знати деталі. На продовженні цієї війни були случаї, коли вони бросали на допомогу силам, бросали некое подкрепление в бой, когда уже ситуация со стороны, причем оказывалось, что со стороны, в общем-то, все правильно, это было видно, когда ситуация была, в общем-то, безнадежной. Идеальный пример — это остров Змеиный, когда уже, в общем-то, было все понятно, нельзя под огнем ракет «Гарпун», нельзя было перебрасывать морем подкрепление, они это все равно пытались сделать, думая, что есть шанс удержать. Значит, поэтому, но при правильном раскладе, при правильном подходе российского командования, если они видят, что ситуация близка к оперативному окружению, то перебрасывать туда подкрепление именно для удержания при проблемах с снабжением – это грубая ошибка. Могут ли они такую ошибку допустить? Ну, такое всегда возможно. Однако при трезвом чтении ситуации подкрепление может быть переброшено разве что с целью такой, чтобы отступление произошло более-менее безболезненно. Иногда ради этого тоже перебрасываются подкрепления, вводятся дополнительные силы. Но главное, и это касается любых командующих, хоть украинских, хоть и российских, это более-менее правильно прочитать ситуацию и не рисковать своими силами, когда это не нужно.
Соответственно, тут лишь можно догадываться, что в голове россиян, и мы не можем знать, мы, по крайней мере, я говорю про посторонних наблюдателей, при всех попытках следить за открытыми источниками каких-то минимальных инсайдах, не можем знать, что происходит на самом деле на уровне микро. И это очень важная проблема, мешающая сделать далеко идущие выводы. Для українських збройних сил наскільки це стратегічно важливо зайти далі вглиб Луганської області для того, аби трохи послабити ситуацію на Бахмутському напрямку, тому що ми розуміємо, що там зараз епіцентр війни фактично, і там відбуваються зараз дуже важкі бої. Битва за Бахмут, вона однозначно увійде в історію як одна з найкровопролитніших битв у цій війні. Ми щодень спілкуємося з військовими, які доєднуються нам безпосередньо звідти з цієї гарячої точки. Ситуація дуже складна, направду, дуже складна. Наскільки це полегшить нашим там ситуації? Тут ця ситуація доволі інтересна, тому що наступлення російське на Бахмут, причому таки з допомогою чоловічих волн і з тяжкими потерями, воно йшло непреривно, навіть тоді, коли українські вооружені сили не так уж далеко от этого участка фронта одержали две очень существенные победы под Изюмом, под Балаклеем Изюмом, а далее под Лиманом. Тем не менее, это не остановило российское командование, в частности, группировку ЧВК Вагнера, которая, по сути, по-моему, эксклюзивно занимается Бахмутом, от того, чтобы наступать, а вместо попыток парировать украинские удары на других участках. Поэтому я уже даже не удивлюсь, если они продолжат атаковать под Бахмутом, пока у них будут силы, в то время как есть серьезные проблемы на других участках. Но в классическом варианте развития событий, да, успехи противника на соседнем участке, по идее, должны вызывать желание перебросить резервы и переосмыслить ситуацию. В любом случае, достижение успеха украинцев, тем более весомого, на участке Сватово-Кремена, это само по себе очень важно. Тем более, если создастся угроза Лисичанску и Северодонецку, ослабит ли это нажим под Бахмутом или нет, вот в свете того, что было в последние месяцы, трудно сказать. Но защитники Бахмута стоят насмерть и делают это, и обороняются успешно, особенно в последние дни. И здесь, собственно, от них очень многое зависит. Как вот институт изучения войны отмечает, ну я бы не торопился так с выводами, как они, но они отмечают, что есть определенные признаки того, что потенциал наступательный вот под Бахмутом несколько сточился. Я, пане Давиде, тут перепрошую, я додам інформацію, щоб пояснити глядачам, про що ви маєте на увазі, саме про цю заяву Інституту вивчення війни, і ми продовжимо. Спроби росіян захопити Бахмут близькі до кульмінації, як це було на Херсонщині у серпні, принаймні так вважає Американський інститут вивчення війни. Там зазначили, війська окупантів помітно деградували, їм уже бракує особового складу та боєприпасів. Окрім того, прес-секретар Східного групування Збройних сил України Сергій Череватий 27 грудня розповів, що російські сили в районі Бахмута більше не діють ротами і батальйонно-тактичними групами. Натомість вони використовують невеликі групи від 10 до 15 осіб. Коли до такої тактики вдавалися на Херсонщині, тоді це вказувало на те, що російський наступ у тому регіоні завершився. Такою є заява Інституту вивчення війни, пане Давиде. Вони кажуть, що, в принципі, є проблеми у них там уже із живою силою, із боєприпасами. Утім, ми бачимо, що фактично вони не рахують там тих людей. Чи то батальйону тактичними групами, чи то малими групами, але вони кидають такі маси туди людей, що просто трупами там встелена вся земля навколо. Зміна тактики, вона наскільки принципово важлива? На самом деле, там совершенно поразительное зрелище из того, что мы видим в последние дни. Буквально есть же видео и самих боев, и последствий. Если в самом деле вот есть снижение, оно есть, снижение численности задействованных в атаках наемников, а там, как правило, почти все без исключения это зэки, которым посулили амнистию, это говорит о том, что, по крайней мере, на данный момент это может говорить силы наступательные, именно пехотный потенциал группировки на этом месте, группировка, я называю ЧВК Вагнера, несколько ограничен. Если так продолжится и далее, по всей видимости, им придется взять оперативную паузу для накопления дополнительных резервов, ну или задуматься о прекращении. О прекращении, мне кажется, они не задумаются просто так. То есть у них это желание должно быть отбито напрочь. В противном случае для Пригожина это, я всегда повторяю, это своего рода дело чести и принципа. То есть взять Бахмут, на это брошено все,
И пока не иссяк потенциал зэков, а он, видимо, еще не иссяк, хотя в некотором смысле уменьшился значительно, они будут пытаться возможные оперативные паузы, или же все это может прекратить, могут прекратить некие действия украинских вооруженных сил или на этом, или на соседних участках, которые буквально заставят российское командование пересмотреть свои планы. Бахмут сьогодні – це вже більше про політику чи про виключно якісь фантазії і політичні амбіції Пригожина? Это все вместе. Это своего рода символ. Им кажется, что вот он уже в досягаемости, что Бахмут можно взять. Бахмут все-таки по меркам последних месяцев войны, напомню, что последний их успех это был Лисичанск. Бахмут это после этого никаких успехов, если не говорить деревня там, деревня в другом месте, и продвижение к самому Бахмуту, считанные километры, успехов у них не было. Бахмут можно объявить на всю Россию как военный успех, хотя стратегически его значение относительно невелико. Если нету разгрома украинской группировки и дальнейшего продвижения, то занятие самого по себе Бахмута это незначительный успех и явно не стоит той цены, которая за него была заплачена. Тем более, что его-то и пока и близко не заняли. Так вот, это скорее символ, но на протяжении истории войн очень часто складывается такая динамика. В какой-то момент, кстати, и Сталинградская битва. Сталинград уже не имел стратегического значения, а тем не менее именно на нем, на какой-то момент битвы, но именно на нем сконцентрировалось все возможности сторон вот в те времена. Сравнивать Бахмут со Сталинградом будет, естественно, неправильно по своему значению для войны. Но, тем не менее, тут и символика, тут и политика, тут и тактика, потому что просто наступать где пехотой в условиях распутицы, когда есть близкий контакт, имеется возможность. Тем более пехотой, которую не боишься утилизировать, таких как зэки. А в других местах без техники, например, не понаступаешь. Зэки или нет, без техники вообще не понаступаешь из-за распутицы или других условий. Используют возможности имеющиеся. Вот этот вот подход конкретно Пригожина, его, по всей видимости, там конфликт с генералами является фоном и желанием выслужиться перед Путиным. В общем, все вместе. И вот получается вот такая вот символика и политика начинает в какой-то мере превалировать над военным, не в какой-то мере, по цивилизованным меркам здесь все явно превалирует над военным смыслом, потому что гробить тысячи своих солдат, каких-никаких, будь то последние уголовники, это совершенно не вписывается ни в какие рамки нормального ведения войны. Тем более, что речь не идет о решающем сражении войны, как все правильно замечают. Бачите, пане Двине, допоки Пригожин звозить туди рецидивістів, всіх людей, таких абсолютних маргіналів, гвалтівників, ну кажуть, там саме зараз ті, які, ну, такі самі заядлі кримінальщики Російської Федерації, туди зараз позвозили всіх. Тим часом українське військово-політичне керівництво знаходить можливість відвідувати це місто. Зокрема, сьогодні з'явилася інформація про те, що у Бахмуті був очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Він побував на позиціях, де працюють розвідники, спецпризначенці. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Головний розвідник країни заслухав доповіді командирів підрозділів і визначив завдання. Також він нагородив воїнів, які особливо відзначилися під час знищення російських окупантів. Наскільки це показово і принципово важливо? Знаєте, з Російської Федерації ми тільки чуємо, що Путін відвідав територію умовної СВО, про те, що там постійно перебуває Герасимов. Ну, ми просто чуємо ці факти. А тут ми наочно можемо бачити фото, ми можемо бачити відео, ми пам'ятаємо, якою була зустріч президента Зеленського з військовими у цьому місті. Ну, наскільки це от на фоні, знаєте, дисонує з російським керівництвом? Это очень значит вообще. Если мы говорим сравнивать Зеленского и Путина, то тут диссонанс очевиден совершенно. И да тут даже какие-то сравнения и комментарии, можно сказать, неуместны. А вот что все-таки, генерал Буданов, он все-таки не Зеленский, не Путин. Он военный командир. И здесь абсолютно... Я, кстати, считаю, что командиры российские его ранга в той или иной степени бывают на поле боя. Более того, они и гибли неоднократно, и в близком тылу. То есть просто о них не говорят, в отличие от политиков высокого ранга Шойгу и Путина. Потом оказывается, это 80 километров, 180 или 1000. И взагалі це Ростов. Да, и вообще Ростовская область. Значит, но что касается Буданова и генералов, безусловно, командиры такого ранга должны бывать
на месте, они должны руководить боевыми действиями, операциями, они должны из того места, откуда это можно делать наиболее эффективно, если надо, это из бункера в Киеве, а если надо, и в километре от линии фронта, и они должны бывать, например, на поле боя, должны видеть своими глазами, что происходит. И да, очень важно, чтобы солдаты и офицеры, которые воюют, понимали, командир, если надо, вместе с ними, он понимает, о чем он говорит, он видит, он тоже может, если надо, рисковать. Но я не думаю, что у кого-то были сомнения. Насколько я помню, у генерала Буданова очень такое серьезное боевое прошлое в плане того, что он рисковал жизнью. Но это правильный и, я бы сказал, типично правильный подход для высших командиров. Но командирам важно, кстати говоря, тоже не рисковать, когда это не нужно. И не зарываться в том плане, что они пытаются, например, лично заменить командира взвода. Я говорю сейчас о генералах, командира взвода или командира батальона. Это не то, чтобы я думал, что именно так делает Буданов. Это такая общая рекомендация. Кстати, в Израиле высшие командиры часто склонны к такому ненужным попыткам поиграть в командира взвода или в командира роты, что следует искоренять, если это имеет место быть. Пане Давиде, ми ще маємо кілька хвилин. Я тут не можу вас не запитати про стратегічність ще одного напрямку, про Мелітополь. Я хотіла би знати вашу думку. Ну і, власне, десь за ним і Крим. Бо інформація про те, що російські війська риють окопи на півдні тимчасово окупованого Криму. Супутник зафіксував оборонні споруди окупантів. Про це повідомив швейцарський осінт-аналітик Бенджамін Пітте у Твіттері. Російські війська вирили траншеї навколо радіолокаційної станції біля Лазурного на півдні півострова. Окопи помітили за допомогою останніх супутникових знімків. Аналітик додав, що система траншей, ймовірно, розширилася ще більше після того, як супутник зробив це зображення. Плюс це ж не єдиний факт, пане Давиде. Ми прекрасно знаємо, що вони мінують пляжі, що вони досить активно там вже давно будують оборону, кілька ешелонів, вони туди наганяють техніки, там все риють. Мелітополь, Крим, наскільки стратегічно і перспективно? Для того, чтобы вообще некоторые действия российских военных, там вот эти вот на пляжах, окопы на пляжах вызывают откровенное удивление, потому что высадки украинского десанта при любом разумном сценарии там быть не может, да и сами окопы и укрепления иногда выглядят каким-то очковтирательством. Однако где-то, в каких-то местах это вполне правильные действия. То есть нужно готовиться к обороне и, возможно, даже конкретного объекта. Допустим, некий важный объект может быть атакован диверсантами или силами спецназначения, значит, для его охраны нужны окопы. Но это мелочь. А Мелитополь, конечно же, Мелитополь – это ключ к победе. Тут, в общем-то, достаточно посмотреть на карту. Мелитополь – это ключ к победе на юге. То есть занятие Мелитополя, по сути, и дальнейшее продвижение фактически или рассекает российскую группировку. Я сейчас говорю, конечно, о гипотетических событиях. Рассекает российскую группировку на две части или вынуждает ту ее часть, которую можно назвать южная, отступать к Крыму или вообще непосредственно в Крым. То есть это, по сути, является занятие Мелитополя и дальнейшее продвижение. Это, по сути, огромная победа украинских вооруженных сил. Однако, далее можно задумываться о Крыме или, по крайней мере, наносить по Крыму очень эффективные удары имеющимся сегодня в распоряжении Украины средствами. Ну, в частности, из установок «Хаймарс» или, например, ракетных установок «Точка». Однако, задача занятия Мелитополя и выхода на его рубеж и далее – это очень трудная задача. То есть для этого необходима серьезнейшая подготовка, задействование значительных войск и, наконец, победные наступательные операции. То есть вот выход к Мелитополю и далее к Крыму – это бы превзошло любые победы, я имею в виду одержанные украинскими вооруженными силами по значимости и по масштабам, любые победы, одержанные в последние месяцы, я говорю, начиная от Харьковской области, вплоть до оставления Херсонского правобережья. Есть признаки подготовки украинской армии наступления. Где оно состоится? Да, Мелитополь, Токмак и далее Мелитополь все называют одним из перспективных направлений. Однако украинское командование должно наступать там, где противник готов меньше всего и там, где наибольшие шансы добиться успеха и трезво учитывать собственные возможности. А также отбросить всякие случайности в плане погоды, чтобы она не повлияла на ход наступления. Поэтому, возможно, цели не такие амбициозные.
Остается дождаться. Все многое зависит от готовности резервов и новых соединений. И, в общем-то, такие призы, если наступление состоятся, а это не обязательно может быть Мелитополь, то, видимо, речь идет о тех месяцах, когда погодные условия в большей степени, если не сказать гарантированно, это позволяют сделать. Пане Давиде, спасибі вам величезне за те, що доєднуєтесь. Ми завжди раді вам в етері «Апостроф ТВ». Давид Шарп, військовий глядач, був з нами на зв'язку. Ми рухаємо.